неся службу в Ленинском районе, мною была остановлена автомашина «Лада Калина». Водитель вел себя подозрительно. Была вызвана на место группа СОК ГОП-7. При личном досмотре полицейские обнаружили в куртке парня целый клад наркотических веществ. Проведенное исследование показало, что мужчина носил с собой более 8 граммов метамфетамина, 12 граммов гашиша, около 6 граммов амфетамина и почти 5 граммов кокаина. Однако злоумышленник до последнего пытался скрыть свою вину. Я из Тольятти приехал в Саратов насчет работы. Да. Ничего не выяснилось, с деньгами трудно было, таксовал. Вот. Взял ребят двоих, вот вез их, подобрал. Нас обостановили, ребята убежали. Давно в Саратове находитесь? 4 дня, наверное, 4-й день. Понятно. То есть закладками вы не занимались? Нет. Но стражи порядка доказали обратное. Оказалось, молодой человек купил запрещенные вещества в своем родном городе Тольятти и приехал в Саратов, чтобы распространить наркотики с помощью закладок. Кстати, в поселке Солнечный сотрудники полиции обнаружили еще 10 закладок губительных смесей общей массой 12 граммов. В следственной части управления МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самарской области по признакам состава преступления, предусмотренному частью 3 статьи 30 пунктом Г, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрей Багаев, Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Нарек Хачатурян, Вести, дежурная часть, Саратов.